У нас есть конструкция, что человек говорит: я хочу, значит, делать что-то серьезное, но отвлекаюсь и прокрастинирую. Мы ему говорим: хорошо, значит, ты вот на самом деле делаешь вот это, вот это и вот это. Почему ты это делаешь? Почему ты занимаешься всякой ерундой? Почему ты еще что-то там и так далее? Он скажет: у меня болезнь, прокрастинация. Но если он признает, и это потому что объяснение, это способ справиться с этим когнитивным диссонансом. Спасли мир своими молитвами. Но если он признает, что в действительности его желания недостаточно для того, чтобы он делал то, что он, как ему кажется, хочет делать, если бы он признает, что вот это то, что он разменивается по мелочам, тратит время на цифровое потребление, вместо того, чтобы делать что-то существенное, это и есть то, что ему нравится, потому что это проще, потому что это приятнее, потому что от этого меньше ответственности, меньше энергетических затрат и так далее. Он сталкивается с конструкцией, при которой он, в принципе, что-то может с этим изменить. Но пока у него есть благородное такое «да, я хочу что-то великое», но вместо этого великого он, к сожалению, занимается прокрастинацией, вот, это болезнь. Вот, и это такой внутренний самооправдательный механизм.